такие. Федору 6 лет, и он только учится кататься на роликовых кроссовках. С недавних пор ботинки на колесиках – любимая забава детей и подростков. Главная хитрость такой обуви в том, что колесики сменные. Их легко можно заменить заглушкой и перейти с катания на роликах на обычную ходьбу. Кроссовки-трансформеры позволяют и ходить, и кататься, и прыгать, и совершать трюки. Эта универсальность, пожалуй, объясняет их невероятную популярность. Сложно держать равновесие. Все время хочется поставить ноги прямо, а надо ставить их вдоль линии. Но все равно буду стараться. У меня все получится. Самокат – еще одно излюбленное детьми средство передвижения на колесиках. Семилетняя Ангелина Дедюк овладела навыком его вождения пару лет назад. И теперь во двор без него не выходит. Этот самокат мне подарил мой друг Саша, когда ему купили новый. Мы с мамой часто любим приезжать на остров Татышево, только мама катается на роликах, а я на самокате. А когда я вырасту, я обязательно научусь кататься и на роликах тоже. Я не умею пока что кататься на велосипеде, потому что с него можно упасть, а с самоката, мне кажется, невозможно просто упасть. Действительно, катаясь на самокате, ребенок контролирует равновесие и чувствует себя в безопасности, без страха упасть и разбить коленки, как часто бывает при езде на велосипеде. А для ребенка самокат – это самое простое транспортное средство, которое действительно можно взять куда угодно, положить в машину или ехать сразу на самокате до пункта назначения. Оно легкое и легко складывается. Самокат – дело хорошее, но до определенного возраста. Девочки постарше предпочитают ролики. Анастасия активно катается уже 10 лет. Летом ее выходные всегда проходят на колесиках. Ну, летом в спортзал ходить не хочется, и душно, лето. Летом хочется на природу, к солнышку, к травке. Поэтому ролики заменяют мне и беговую дорожку на разные группы мышц. Все равно напряжение идет. И ноги, и задействован весь организм. Практически как будто ты побегал. И пресс, и руки. Ну, можно махать сильнее, интенсивнее. Вот, то есть девочке надо заниматься спортом. Красноярцы рьяно осваивают и колесные предпочтения европейцев. Пункты проката и спортивные магазины активно предлагают нам и электрические сегвеи, и трехколесные самокаты, и, конечно же, скейтборды. Скейтбординг считается увлечением подростковым, но начать кататься на доске с колесиками не поздно в любом возрасте. Главное – обезопасить себя от возможных падений на первых уроках катания.